напомню, как мы двигаемся. Мы идем от обыкновенных уравнений к уравнениям частных производных. Там от первой ветки альтернативы Фридгольма перешли ко второй. А еще у нас задача 1, а нам надо еще задачу 2 как-то решить. У нас была область D в РН, и у нее граница. В этой области мы решали задачу 1, вот такую. LU равняется F от X в области, а на границе, ну давайте пусть это будет U1. Вот это у нас была задача 1. И мы научились ее решать. Мы договорились, как строить функцию Грина. И U1 от X есть интеграл G от X X' F от X' DX'. В силу линейности такая функция всегда существует. Это просто обратный оператор, если там выполнены какие-то условия отсутствия нулевых мод, иначе чуть-чуть сложнее. Но у нас еще осталась нерешенная задача 2. Вот такая. L на U2 равняется нулю. B на U2 на S равняется G от X. Это тоже полуоднородная задача. Она ничем не хуже задачи 1. Но мы ее пока не решали. Просто не дошли. Вот сегодня мы будем решать именно эту задачу. Вот, и будем записывать ее решение в таком виде. Равняется GS от XX' G от X' DX'. Заметим, что здесь интеграл по поверхности. Вот где заданы условия, только там и интегрируется. По S. Вот эта GS функция, определенная на поверхности, на границе области, называется функция Грина второго рода. Вот мы, если нарисовать курсор, то он стоит на сегодня на задаче 2, которая будет решаться с помощью функции Грина второго рода. Как найти эту функцию Грина второго рода, мы сегодня разберемся. Первый пункт – формула Грина. Это некоторая вспомогательная формула, которая нам поможет потом найти функцию Грина второго рода. А мы опять в общем виде не будем писать, а у нас конкретно есть оператор Лапласа. Вот мы для оператора Лапласа будем, потом, если понадобится, или какого-то другого оператора, то же самое напишем. Пока не будем писать в общем виде, а будем все писать для оператора Лапласа. Пусть у нас есть функции U и V какие-то, и мы хотим написать разность таких произведений. V дельта U минус U дельта V. Ну, я считаю, что это действительные числа, поэтому я не стал писать комплексное сопряжение. Пусть функции U и V действительные. Это разница. Если бы эта разница была равна нулю, так это было бы определение сопряженного оператора. Вот тут та самая разница. Мы эту разницу вычисляли для оператора Штурма-Лювиля. Помните, интегрировали по частям, чтобы увидеть, так сказать, оператор самосопряженный или нет. Это то же самое, только для Лапласиана написано. По определению это V дельта U минус U дельта V. По объему. Давайте опять не будем в общем виде, а давайте в трехмерном случае, чтобы... Ну, то, конечно, можно и обобщить, но мы будем для трехмерного Лапласиана. Как вот нам этот интеграл вычислить от такой разности? Давайте добавим и отнимем. На было У, на было В. В
тогда получится интеграл по области D набла от V набла U минус U набла V по объему. Видите, вот набла, когда сюда действует, тут возникает набла V набла U, которая сокращается, я плюс-минус написал. А остальное то, что нам надо, то, что не сократилось, это как раз V на Лапласиан U минус U на Лапласиан V. Интеграл дивергенции равен интегралу потоку через поверхность S равняется интеграл по S V набла U минус U набла V по ds. По теореме Гаусса. Можете написать, что по замку это поверхность. Но это не обязательно. Мы уже здесь написали, где идет интегрирование. Давайте еще вспомним, что у нас задачи так ставятся всегда, что нам заданы нормальные производные. Вот я здесь нарисую, врисую в рисунок вектор нормали. Обычно мы решаем внутреннюю краевую задачу в матфизике. И поэтому n — это вектор внутренней нормали. Вместо вот этих градиентов можно просто поставить нормальную производную, но здесь ds в матанализе торчит наружу, а n в матфизике внутрь, поэтому знак надо сменить, если написать вместо градиентов производную по ds. Зато тогда не будет интеграл этого второго рода всякого, и все станет проще. Равняется минус интеграл v du по dn минус U dV по dN. По dS уже без вектора. По S. Я то же самое, только написал другой знак, потому что нормально у меня внутренняя. Вот она, формула Грина. Мы ей воспользуемся. Давайте... Давайте конкретно уже будем искать функцию Грина второго рода. Переходим ко второму пункту, который называется потенциал простого и двойного слоя. Потенциалы простого и двойного слоя. Чтобы вывести формулу для этих потенциалов, давайте сначала в эту формулу Грина подставим конкретные вещи. Значит, пусть у нас дельта U равняется нулю, то есть U – решение уравнения Лапласа. А V – это функция Грина, которая удовлетворяет такому уравнению. Дельта G равняется дельта функции от R минус R'. То есть это то, что мы просто называли функцией Грина. А теперь можем все, что мы раньше изучали, смело назвать функцией Грина первого рода. Тогда подставляем сюда, в левую часть получается V на дельта U, это 0, G на дельта U, минус U на дельта G. Вот это вот 0, потому что дельта U равно 0. А вот это вот дельта функция, если U на это умножить, проинтегрировать, то это будет U от R'. Ну, что, ну, понятно, что это скалярное произведение на дельта-функцию. Лапласиан от функции Грин на дельта-функцию. Понятно, получится U только в точке R'. По ШПР мы проинтегрировали. Равняется. А теперь
Смотрим в правую часть формулы Грина. Что там у нас в конце написано? Будет минус интеграл. Там минус здесь, да, стоит? Минус я здесь пропустил. Тут тоже минус, вот этот минус сократится. Вместо V ставим G, а T штрих ДУ от R под N минус ДЖ от R штрих под R на U от R. ОДС. Я просто подставил формулу Грина, то, что вот эти две функции. А теперь вот будем на эту формулу смотреть. И, ну, сначала сразу мы видим, что она устроена так, как нам надо. Слева стоит решение, а справа интеграл по поверхности от чего-то там. Значит, вот эта формула Грина нам поможет сейчас найти функцию Грина второго рода. Ну, конечно, она будет зависеть от задачи. Давайте конкретно. Значит, U на S равняется G от X. Это задача Дирихле. Это задача Дирихле для уравнения Лапласа, да? Дельта U-то у нас равно нулю. Мы в прошлый раз решали с вами задачи Дирихле, но для уравнения Пуассона. А теперь будем для уравнения Лапласа решать задачу Дирихле. Значит, вот... Функция Грина для задачи Дирихле у нас в прошлый раз такому граничному условию удовлетворяла. G на S равняется нулю. Это для уравнения Пуассона обычная функция, или функция Грина первого рода. Вот таким грануслоем была для задачи Дирихле. Давайте мы ее сюда поставим. Ну вот она... Здесь на S как раз обратится в ноль. Вот этого первого слагаемого не будет. Тогда U от R' равняется значит, эти минусы сократились, а этот минус остался. Минус интеграл dG от R' по dN U от R по dS. Вот такая получилась формула интеграл по S. Потому что первая слагаемая обратилась в ноль. Сравниваем это с нашим определением. Вот. С определением функции Грина второго рода. Формула 1. А, 1 нельзя, давайте 3 будет. 1 и 2 у нас уже заняты. Мы весь до конца семестра только с третьей формулы имеем право начинать нумерацию. Итак, сравнивая с формулой 3, мы получаем, смотрите, вот прямо один в один. U на R' вот это вот, U от R вот это вот, это то самое решение на поверхности, которое задано. Вот это вот, смотрите, задача Дирихле. U на S, вот оно, вот это вот G. Это нам как раз задано. Единственное, что здесь неправильно, у нас... У от R' интегрируем P, а наоборот, а должно быть наоборот. У от R должно получаться интегрирование под R'. Давайте поменяем местами R на R'. Поскольку у нас функции Грина все только от модуля разности зависят, то ничего не изменится. Я написал, от чего зависит, поэтому можно смело менять. И теперь вот поменяв, мы увидим, что GS теперь сравнивает форму будет от R' равняться минус DG по DN', когда R' лежит на поверхности S. Что такое N'? Это вектор нормали в штрихованных переменных. Потому что мы поменяли местами, вот такая формула и вышла. Итак, для того, чтобы
Найти функцию Грина второго рода для задачи Дирихле. Нужно найти функцию Грина первого рода вот с таким гранусловием. То есть задачу Дирихле для уравнения Пуассона решить. А потом продифференцировать. Вот всего один раз продифференцировать по n-штрих, по нормали, но по штрихованной переменной с минусом. А после того, как продифференцировали, посадить r-штрих на поверхность. Ну, это не обязательно делать даже, потому что, когда мы интегрируем, мы все равно только по поверхности интегрируем. Другие r-штрих не войдут, как вы ни стараетесь. Ну, проще сразу это сделать. Может, выражение может как-то упроститься. Теперь давайте также рассмотрим задачу Неймана. ДУ по ДН на С равняется G от X. Задача Неймана. Это опять задача Неймана для уравнения Пуассона мы с вами уже решали. А это для уравнения Лапласа задача Неймана. Там ноль был нормальная производная граница, а тут заданная производная граница, и мы должны найти решение, ту гармоническую функцию, у которой нормальная производная принимает заданное значение. dg по dn на s равняется нулю. Ну вот смотрите, вот тут было g от s равняется нулю, а тут dg по dn равно нулю. Тут просто задача другая, задача Неймана для функции Грина первого рода. Правда, вот тут еще есть одна тонкость, которую сейчас уже нельзя пропустить. Вы уже знаете все, надо обязательно сказать. Задача Дирихле, мы с вами доказали единственность, мы с вами доказали принцип максимума, из которого следовал принцип минимума, из которого следовала единственность задачи Дирихле. А задачи Неймана мы же не доказывали. Что у задачи Неймана? Есть нулевая мода или нет нулевой моды? Конечно, есть. Вот g равная константе, у нее нормальная производная будет 0, ну и все. И это вот нулевая мода, равная константе. Поэтому эта задача не всегда разрешима, а только когда наша правая часть же ортогональна этой константе. Константу можно отнормировать, чтобы это было нормированное нулевое, а можно и не нормировать, потому что если ортогональная константа, пусть будет ортогональная константа равна единице, этого достаточно. Поэтому появляются условия разрешимости. Интеграл по всей поверхности S g от x по dx равняется нулю. Вот интеграл по ds g от x по dx, это означает, что я умножил на единицу, на эту константу, на нулевую моду. Ну и должен получиться ноль. То есть задачу Неймана можно решить только для такой функции g от x, которая интеграл ноль, у которой сколько плюсе, столько и в минусе. На поверхности, понимаете, да? Ну, иначе мы неразрешимы. Вот такое. То есть тут нулевая мода играет роль. То есть нужно, ну, такую очень простую роль. Поэтому мы отдельно единственность доказывать не будем. Вот выписали условия разрешимости и все. Теперь мы с вами должны вот это условие dg по dn равно нулю. Вот сюда, в эту формулу, которая следует из формулы Грина. Скажем, 4. Теперь, наоборот, второе слагаемое равно нулю. И вот r-штрих равняется интеграл g от r-штрих ДУ по ДН по ДС. И это мы должны сравнить с формулой 3.
Вот с этой формулой. Смотрите, прямо то, что надо. Вот это самое ДУПДН, это как раз GATX, которая задана. И вот смотри, вот она стоит, эта функция Грина второго рода. Единственное, что опять переменные не те. То есть R-штрих надо поменять местами. Меняем местами, я так символически напишу R на R-штрих. И получается, что GS равняется G от R-штрих, когда R-штрих лежит на S. В науке это называется сужение. Функцию сузили. Она была при всех R-штрих определена, а мы ее R-штрих посадили на поверхность. Вот только там определили. Только часть из определения функции взяли. Это всегда можно сделать предел там, если предел существует, конечно. То есть формула для функции Грина второго рода для задачи Неймана еще даже проще, чем для задачи Дирихле. Там надо дифференцировать, тут даже дифференцировать не надо. Вы взяли сужение и готово. Что, какой смысл этих формул? Мы, конечно, строго их вывели, это абсолютно точные формулы, но хочется же смысл понимать, чтобы в других случаях, более сложных задач, тоже эти соображения работали. Если у нас на границе тела в электростатике имеется какая-то плотная заряда сигма, которая зависит от точки на поверхности, на диэлектрике, скажем, да, можем решать внутри уравнения Лапласа вот с таким распределением. Что на поверхности задано? На поверхности задано поле, которое направлено по внутренней нормали, а по величине равно 2 π на сигма на плотность заряда. Е нормальное. Значит, поле задано. А надо найти на поверхности, а надо найти поле, ну, надо найти потенциал во всем объеме, да? То есть задано нормальное производное этого потенциала. Равняется минус dφ по dn. Вот это что за задача такая, когда задана нормальная производная? Это у нас, смотрите, задана нормальная производная. Вот мы только что. Вот ДУПДЗ. Это задача Неймана. Итак, задача Неймана это, когда у нас задан поверхностный заряд, а надо найти потенциал внутри. Вот смотрите, функция Грина, просто из обычной функции Грина получается сужением. То есть просто она есть, это есть обычная функция, потому что от поверхностного заряда какая разница, от каждого зарядика элементарного надо взять функцию Грина правильную. Да? Мы ее в прошлый раз выписывали трехмерную, минус единица на 4π модуля R минус R'. Ну и все, и просуммировать по всем зарядам. Вот оно и будет. Вот почему получилось, что функция Грина второго рода для задачи Неймана это такая же точная функция Грина, как первого рода. Вот такое распределение зарядов называется простой слой. Я думаю, можно было бы просто слой назвать, но по историческим причинам пишут простой слой. Теперь другую задачу рассмотрим, тоже из электростатики. Вот у нас точно так же заряженная поверхность диэлектрика зарядом, а на другой стороне поверхности точно такой же заряд другого знака. Можно сказать, что здесь такие дипольные моментики. Маленький стрец. Ну, тоже плотность какая-то есть. Они везде скомпенсированы заряды, но их может быть разное количество, этих дипольных моментов. Что это, что такое задано тогда? Если у нас такой двойной слой, то у нас потенциал на бесконечности может считать равным нулю, а здесь он на этом слое терпит скачок. И поэтому задан потенциал на внутренней поверхности. Вот здесь вот он. Так, давайте, R стремится к бесконечности. Фи равно нулю,
R стремится к S поверхности, фи задано. Что это за задача, где фи задано? Это задача Дирихле, которую мы только что решали. Дирихле. А это все вместе в электростатике, это двойной слой. Поэтому задача Дирихле – это задача о двойном слое, который на поверхности диэлектрика, и мы находим его потенциал. Как найти функцию Грина? Ну, с точки сюда знака я должен вести от R. Ну, давайте я напишу. От X штрих. Минус эпсилон пополам. Минус G от X штрих плюс эпсилон пополам. Я должен взять обычную функцию Грина, или, как теперь мы знаем, функцию Грина первого рода, немножко снаружи слоя, немножко внутри слоя, вычесть, а потом эпсилон стремить к нулю. Равняется. Эпсилон dg по dn штрих. Я для того, чтобы должен продифференцировать по второму аргументу, но именно нормальную производную взять, ту, куда направлен дипольный момент. Вот у нас и получилось для задачи Дирихле функции Грина, которую надо, получается, дифференцированием по нормали, по второму аргументу. Словами это правило очень трудно выучить, а вот по формуле видно, что она очень простая. Вот. Теперь мы хотим написать полное решение задачи 0, которую мы сегодня даже не писали в первой лекции. Это U1 плюс U2. Когда у нас сразу есть неоднородность в граничных условиях и неоднородность в правой части уравнения. То есть уравнение Пуассона, да еще и с заданным распределением, либо распределением нормальной производной на границе. Что тогда будет? U1 будет просто интеграл от функции Грин, вот этот интеграл, который у нас здесь написан. А U2 это будет вот этот интеграл. А решение будет сумма интегралов. Вот этот первый интеграл, который мы не пишем даже, который из старых лекций, вот этот, его называют в теории потенциала, который изучает уравнение Лапласа большей частью, называется потенциал объемного заряда. Значит, полное решение задачи 0. Это давайте я сверху уже напишу. Потенциал объемного заряда. Плюс вот этот другой интеграл, который у нас есть, который интеграл 3. Плюс потенциал простого, ну либо двойного слоя. Плюс потенциал простого, либо двойного слоя. И суммарное решение, которое общую неоднородную задачу решает, вот это сумма потенциалов объемного заряда, простого слоя и двойного слоя. Вот вся теория. Я думаю, что вы поняли, что о чем тут речь. Поэтому сейчас, если чтобы совсем все было понятно, рассмотрим три примера. Первый пример. Ну, давайте в том порядке, в котором мы проходили. Будет задача Дирихле. Вот задача Дирихле. Давайте n равно 2 будет у нас в этих примерах. Не только здесь, во всех примерах. И мы хотим
решить задачу Дирихлета. То есть найти решение уравнения Лапласа при z больше нуля. Которое при z равном нулю принимает заданное значение. У. Не z, извините, y. У. При y равное нулю равняется функции там g от x, которая у нас задана. Равно заданной функции g от x. Ну как, вот у нас алгоритм здесь выписан. Сначала надо найти функцию Грина первого рода. Какую задачу нам надо решать для уравнения Пуассона? Ну вот у нас уравнение такое. Понятно, дельта g с дельта от r минус r штрих. А g при y равном нулю должно быть равно нулю. Для того, чтобы найти функцию Грина второго рода для задачи Дирихле, мы говорили, что надо решить задачу Дирихле, найти функцию Грина первого для уравнения Пуассона. Для того, чтобы найти функцию Грина для задачи Неймана для уравнения Лапласа, надо сначала решить задачу Неймана для уравнения Пуассона. Чтобы вот это все всегда не повторять, для краткости я буду говорить, решаем одноименную задачу. Вот, значит, задача Дирихле, значит, здесь задача Дирихле решаем. Вот задача Дирихле. Как нам ее найти? Ну, там, это мы в прошлый раз подробно разбирали. Сначала надо написать фундаментальное решение, а потом к нему чего-нибудь добавить или вычесть, чтобы точно выполнялось нулевое ограниченное условие. Более того, в этой задаче мы даже знаем, что надо делать. Надо вот здесь вот разместить заряд, который противоположного знака, заряд изображения. Тогда все силовые линии будут перпендикулярны, это будет их потенциаль, ну и, соответственно, вот можно выполнить это гран-условие. G от x, y, x-штрих, y-штрих, все переменные, выпишу один раз, равняется единице на 2π, логарифм корня квадратного из x минус x штрих в квадрате плюс y минус y штрих в квадрате. Это фундаментальное решение. А теперь надо заряд противоположного знака на таком же расстоянии. То есть y штрих на минус y штрих. Вот это точка xy, а это точка x штрих, y штрих. X штрих минус y штрих. Значит, надо написать минус единица на 2π. Логарифм корня квадратного из x минус x штрих в квадрате плюс y штрих в квадрате. Проверяем, что будет, когда y равно нулю. Случается чудо. Вот это, если y убрать, так логарифмы сокращаются. Но оно не случайное, потому что мы так и специально выбирали заряд изображения. Все. Первый шаг выполнен, функция Грина первого рода готова. Теперь нам надо найти функцию Грина второго рода. Вот у нас формула какая. Надо минус d по dn штрих. N штрих нормаль, это у нас что? Внутренняя нормаль нашей области, верхней полуплоскости, это ось y. Значит, надо минус d по dy взять. Gs, она зависит от x, y и y штрих. Равняется минус dg по dy, взятое, и потом посадить r' на поверхность. То есть при y' равном нулю. Стоп. Это от x'. От y' она зависеть не может. Вот нам надо вот эту вот функцию продифференцировать. Ну, давайте продифференцируем. Единицу на 2π превратим в единицу на 4π, чтобы корни квадратные не писать. Мало ли, кто-то не помнит производную от корня. Без корня легче. Единица на 4π. Скобка открылась. Теперь можно сумму квадратов продифференцировать по
Y' штрих. Я по Y написал неправильно, сейчас я. Вот здесь не забудьте штрих, я вот его забыл, а вы должны. Смотрите, как теперь хорошо получилось, когда все печатки исправлены. Точно как генератор. Сначала продифференцировать, а потом подставить. Ни в коем случае не перепутать, не попытаться в обратном порядке. Будет единица разделить на x минус x' в квадрате плюс y минус y' в квадрате. Это когда мы продифференцировали логарифм. А теперь надо еще по y' вот это вот будет 2 на y минус y'. И еще минус будет, поскольку это еще по y' надо продифференцировать. Второе слагаемое. Минус x минус x' в квадрате плюс y' в квадрате 2 на y плюс y'. И все, больше минуса, больше никого не надо, тут свой уже есть. И это надо взять при y' равном нулю. Вот сделать это самое сужение функции на поверхность. Замерить это значит на кривую. Ну, смотрите, как здорово. Если y' равно нулю, то будет минус 2y, и еще минус 2y, и знаменатели станут одинаковые. То есть будет минус 4y. Из 4 пи четверка сократится, а пи останется. Так, и это еще не все. Еще здесь минус надо, который я пропустил, потому что там стоял минус dg под y3. Значит, будет плюс единица на пи. На y' делить на x минус y, нет, на y, на x минус x' в квадрате плюс y в квадрате. Вот. А здесь нету штриха. Это значит, вот она ЖС, вот, вот все, вот это ответ. Давайте еще решение напишем. U от x равняется интеграл от минус бесконечности до бесконечности единица на пи, y на x минус x' в квадрате плюс y в квадрате на g от x' по dx'. Вот это решение задачи Дирихле для уравнения Лапласа. Вот с этой функции по x' надо проинтегрировать заданное распределение, и все. Ну, эта функция, конечно же, правильному уравнению удовлетворяет. Можете уже даже в ответе убедиться, что уравнение Лапласа удовлетворяет, что это гармоническая функция, да к тому же еще на границе во что надо обращается. И тогда в силу единственности. А можно и потому, что доказано. И так это ясно, что если мы не ошиблись, то это правильный ответ. Угу. Пример второй. Мы рассматривали задачу Дирихле, а теперь давайте задачу Неймана решать. Опять у нас будет картинка такая. N равно 2. Опять надо x, y, надо при y больше нуля чего-то найти. Значит, дельта. Какая-то точно, как там, дельта u равно нулю при y больше нуля. du по dy. А при y равном нулю равняется g от x. Задана функция. Вот у нас такая задача Неймана. Задача Неймана, значит, там на оси как раз какая-то плотность заряда есть заданная.
Ну что, все вот, как решать, мы знаем. Надо сначала найти функцию Грина первого рода. Я предполагаю, что не случайно же две классические задачи, Дирик-линии именно, что здесь, скорее всего, получатся заряды одинакового знака. Поэтому я их такими закрашенными кружочками нарисовал оба, у которых как раз вот силовые линии друг от друга отталкиваются. И, соответственно, нету ни одной силовой линии, которая так нормально. Все по касательной идут, и поэтому производная обращается в ноль. Ну, мы это сейчас проверим. Это я так вот из эстетических художественных соображений думаю. Значит, G от X, Y, X' Y' равняется единице на 2π логарифм корень квадратный из X минус X' в квадрате плюс Y минус Y' в квадрате плюс единица на 2π логарифм корня квадратного из X минус X' в квадрате плюс Y плюс Y' в квадрате. Это я предполагаю, что функция будет такая. Если она еще гран-условие правильно удовлетворяет, значит, я ее правильно написал. Чтобы проверить, как она удовлетворяет условие, надо продифференцировать. Процедура представляется знакомой. Что мы только что такое же дифференцировали. ДЖ под Y равняется единица на 4π. Скобка открылась. Теперь под логарифм. Я на 4π написал, чтобы корень опять не писать. Здесь будет знаменатель x минус x' в квадрате. Плюс y минус y' в квадрате. А здесь будет стоять 2 на y минус y'. Минуса не будет, потому что по y на этот раз дифференцируем. Все хорошо. Плюс x минус x' в квадрате плюс y плюс y' в квадрате. А здесь будет 2 на y плюс y'. И это надо взять при y равном нулю. Не, уже теперь не штриховано, а саму y надо в нуль обратить. Что? Вот здесь? Нет, логарифм – это единица, но это производная. От этого нету минуса. Ну, теперь нам надо взять y равное нулю. Когда мы возьмем y равное нулю, знаменатель станет одинаковым. А в числителе здесь будет минус 2y, а тут будет плюс 2y, и все будет 0. Равняется 0. То есть наша догадка подтвердилась. Это и есть функция Грина первого рода. Перерыв. Оба примера мы по одному и тому же алгоритму. Сначала находим функцию Грина первого рода для одноименной задачи. Вот мы и нашли функцию Грина первого рода для задачи Неймана. А теперь нам надо по ней с помощью какой-то формулы найти функцию Грина второго рода. Ну вот она у нас найдена, проверена. А что за формула там у нас для задачи Неймана? Вон она, задача Неймана – это простой слой. А раз простой слой, то даже можно формулу не подглядывать. Надо взять ту же функцию и посадить на поверхность. Взять сужение, и все. Значит, gs от x, y, x' равняется. А надо взять вот эту, которая у нас была. Единица на 2, ну, давайте на 4π. Ну, 4π напишем и без корня. Так, если у нас y' равно нулю, так это одинаковые корни. Эти два логарифма сложатся. Будет единица на 2π логарифм x минус x' в квадрате плюс y в квадрате. Я взял по формуле g при y' равном нулю. Просто, ну, соответственно, если мы хотим решение найти, то это будет u от x
y. Вот здесь я неправильно писал. Вот x, y надо писать, да? И здесь тоже вот x, y равняется. Единица делить на 2π. Интеграл от минус бесконечности до бесконечности. До бесконечности. Логарифм x минус x' в квадрате плюс y в квадрате g от x' до x'. Вот такой интеграл с логарифмом взяли, и будет решение вам задачи Неймана для уравнения Лапласа в верхней полуплоскости. Пожалуйста. Ну, в двумерном-то случае вы, наверное, ТФКП часть этих задач решали и представляете себе, что эти формулы правильные. Поэтому я такие предельно простые примеры взял, чтобы еще ответ получался каким-то знакомым. Ну, тут я немножко отвлекусь и просто очень подходящий момент привести еще один пример, который, вообще-то говоря, относится не к нашему материалу, а скорее к предыдущему семестру. Почему мы решаем вообще задачи Неймана и Дирихле, а не решаем задачу Каши? Мы сейчас обладаем всеми знаниями уравнений матфизики максимальными. Почему бы нам ее сходу не решить? Вот мы это решили. Поэтому пример 3. Это будет задача Каши. Это пример особый, он свое имя имеет. Такой пример еще надо придумать, он называется пример Адамара. Опять рассмотрим верхнюю полуплоскость YX. Хотим решить такую задачу. Дельта У равняется нулю. У при Y равном нулю равняется нулю. У Y при Y равняется нулю равняется синус MX разделить на M. M это 1, 2, какое-то там натуральное число. То есть, если формально говорить, так это не одна задача, а целая последовательность задач, счетное число задач с разными m. Но они все очень похожи друг на друга. Как такую задачу решить? Мы опять знаем, у нас весь тот семестр за плечами первый. Решать надо разделением переменных. Ищем u от x в виде, u от x, y в виде. X большое от x малое, y большое от y малое. Подставляем в уравнение Лапласа и делим сразу на x большое, y большое. Получается, x делить на x равняется минус y два штриха делить на y. Ну и это раз, оно, это зависит только от x, это от x, значит, они раз всегда равны, они равны константе, которая называется константа разделения. Давайте минус k в квадрате я напишу. X большое равняется, давайте, два штриха, плюс k в квадрате x большое равняется нулю. X большое равняется a на косинус kx плюс b на синус kx. Ну, давайте косинусы вычеркнем, а синусы оставим, потому что нам же, в конце концов, вот к тому гранусловию все надо приводить, которое у нас задано. У нас косинусов не останется, а k останется только равное m. A равно нулю, k равно m. Ну, чтобы вот это второе гранусловие, чтобы выполнить, все равно нам придется k равно m взять. Y большое, два штриха, минус m в квадрате y большое равняется нулю. Второе уравнение с другим знаком получилось. Значит, у него гиперболический синус и косинус. Нам надо, чтобы
это решение при y равном нулю обращалось в ноль, а производное его вот в этот самый, во что-то там. Что за функция в ноль обращает? Синус. Y большое равняется c косинус my плюс d синус my. Вот этого c равно нулю, чтобы в нуле был ноль, только синус надо гиперболически оставить. А вот коэффициент d мы даже тоже писать не будем, пусть он единица. У нас уже в этот коэффициент есть. Вот x, y равняется b синус mx, синус гиперболический my, du по dy. А при y равном нулю равняется косинус дифференцируем, синус дифференцируем, получается m на косинус гиперболический. А подставляем, y равно нулю, получается единица, да? b на m на синус mx. И это должно быть равно синус mx разделить на m. Ну вот я, может быть, маленько поторопился, но здесь бы мы все равно k равно m взяли. То есть это как бы неизбежно. Синус сокращается теперь, а b получается равно единице на m в квадрате. Ответ. U от x, y равняется синус mx, синус гиперболический my, разделить на m в квадрате. Ну вот, кто говорил, что нельзя задачу Каши решать? Вот мы ее решили, пожалуйста. В чем же недостаток? Почему задачу Каши не решать? Почему у вас ни в одной задаче, там, не знаю, в Атыге, не Топтыге, нету задачи Каши? И вообще нигде нету. А потому что, смотрите, какое свойство у нас у этого решения. Давайте m устремим к бесконечности. Тогда начальный условие вот этого синуса будет стремиться к нулю. То, что при игре в нулю, для задачи Каши это начальное условие называется. Начальное условие, а решение, смотрите, возьмем m бесконечности. Ну и что, ну синус, вот этот вот, скажем, возьмем y порядка единицы, да? Синус все равно быстрее, чем m в квадрате растет. При больших m это решение будет стремиться к бесконечности. Итак, недостаток этого решения, что при сколь угодно малых начальных условиях, сколь угодно большое получается решение. Почему бы и нет? Кто нам это запрещает? Вот Адамар как раз и придумал, что это такого не должно быть. Это неразумно, это неправильно, что такие задачи решать, у которых бесконечно малое начальное условие, дает бесконечно большое решение. Поэтому возникло понятие корректности по Адамару. Который состоит из трех условий. Первое условие – это существование решения. Второе – это единственность. И третье – это устойчивость. Устойчивость. То есть устойчивость по отношению к начальным условиям означает, что вот берем с нулевыми условиями, получаем нулевое решение. Мы бесконечно маленькие начали. Тоже должно быть бесконечно малое решение. Такое же. Тогда это, говорят, устойчивая задача. Такую задачу можно решать. А задачи неустойчивые, но решать-то в принципе можно все что угодно, но никаким реальным ситуациям решение неустойчивой задачи не соответствует. Да? Как я обычно студентам говорю, вот вы когда идете в университет, если вы там где-нибудь увидите, что конусы стоят на вершине. Вы мне тогда скажите, что вот неустойчивое решение реализовались. Никто же не видел ни одного конуса по дороге, стоящего на вершине.
Ну, значит, нет неустойчивого решения. Всегда в физике есть какой-нибудь шум, какие-нибудь маленькие флуктуации, которые все это решение порушат. Такого никогда не бывает. Вот поэтому задачи надо решать только корректные по Адамару. Вот почему мы никогда не решаем задачу Каши для уравнения Лапласа. Это просто заодно к слову, потому что задача очень похожа на эти. Почему бы вместе с этими примерами и такой именной пример не рассмотреть, решил я. Дальше мы идем к следующим, более сложным уравнениям эллиптического типа. Следующее уравнение – это уравнение Гельмгольца. Дельта У плюс К в квадрате на У равняется F от X, например. Вот у нас уравнение Гельмгольца. Это уравнение я вам рассказывал на самой первой лекции. Оно у нас получалось из уравнения волнового, когда мы рассматриваем монохроматическую волну. Оно же получалось из стационарного уравнения Шрёдингера, когда мы рассматривали стационарное уравнение, то есть стационарное состояние. Вот оно такое было. Ну, как в квадрате, в принципе, произвольно зависит от x. Мы, конечно, здесь не будем при произвольной зависимости решать, да мы и не решим. Оно и не решается. Но при k в квадрате константа это вполне такое важное уравнение, которое соответствует движению квантовой механики, движению свободной частицы. Там уже функцию Грина, опять смотря далеко области, для некоторых областей мы можем построить. Вот. Ну, то есть это очень важное уравнение. Ну, его тоже называют волновое или уравнение Гельмгольца. Или вместе говорят волновое уравнение Гельмгольца. Какая у него функция Грина? Ну, функции Грина разные в зависимости от области. Тут вы уже знаете. Ну, давайте во всем пространстве функцию Грина будем писать. А, соответственно, она может считать, что это фундаментальное решение для более сложных областей, чем все пространство. Надо тогда к ней что-то добавлять. А так, это, а если для всего пространства, она и фундаментальное решение, она же и функция Грина. Как нам его найти? Нам надо решить уравнение на функцию Грин такое. Дельта плюс К в квадрате на G равняется дельта от R минус R штрих. Перепишите уравнение, потому что я сейчас доску закрою и буду уже там писать. Поскольку здесь k в квадрате константа, коэффициенты Лапласиана не зависят от координат, у нас есть трансляционная инвариантность. Можно двигаться хоть вдоль x, хоть вдоль y, хоть вдоль z, и ничего не изменится. А если у нас есть трансляционная инвариантность, то мы можем уравнение существенно упростить. Мы можем вместо того уравнения, которое я закрыл, написать уравнение без R-штрих. Дельта G плюс K в квадрате G равняется дельта от R. Как я говорю обычно, вычеркнуть R-штрих. Это не значит, что мы им пренебрегаем или еще что-нибудь. Это значит, что мы пользуемся трансляционной инвариантностью. Мы знаем, что ответ будет зависеть только от разности. Вот пускай это и будет разность. Или давайте R' зачеркнем. Зачеркнем, дойдем до самого конца, в ответе восстановим. Вместо R напишем R минус R'. То есть R минус R' мы сейчас заменили на R, а в конце заменим опять на R минус R'. И все. Просто не будем переписывать R' каждый раз. Это первое, как мы воспользуемся трансляционной инвариантностью. И второе, как мы воспользовались. Давайте сделаем преобразование Фурье. Минус q в квадрате плюс k в квадрате g qt равняется единице.
ЖКУТ, фурье образ. Кстати, имейте в виду, я обозначил за КУ, а не за К. Фурье переменную, которая R сопряжена с R. На экзамене бывало так, что студент писал вот так, вот это за К обозначал. А потом говорил, что К в квадрате сокращается. И все, решить никак невозможно. Понимаете, да, если у нас К уже есть в уравнении, нам приходится другой буквой обозначать, что оно не может сократиться никак. ЖКУТ равняется единице на К в квадрате минус К в квадрате. Все, мы нашли в К представлении, мы уже нашли функцию Грина. Теперь нам надо сделать обратное преобразование в Фурье. G от R равняется интеграл E в степени IQR на K в квадрате минус Q в квадрате по D3Q на 2π в кубе. Это обратное преобразование Фурье. Разложение по плоским волнам, если хотите. Ну, мы перейдем в сферические координаты. Ось Z, конечно, возьмем вдоль вектора R. Естественно, он тут единственный есть. По остальным мы интегрируем. Вокруг вектора R можно, вокруг оси Z теперь, можно по углу φ сколько угодно крутиться, интеграл от этого не меняется. Интеграл по dφ вычисляется сразу, он равен 2π, просто сокращает одно из 2π в кубе. Равняется. Единица на 2π в квадрате. Одно 2π сократилось. А теперь Q на R. Здесь стоит косинус тетта. Интеграл E в степени IQR косинус тетта D косинус тетта. Вот здесь тоже косинус тетта. D косинус тетта. А внизу я зря его написал. Вот нету здесь. D косинус тетта. От минус единицы до единицы. Вот такой интеграл нам надо взять. Ну, это интеграл от экспоненты. Он может быть не 2π равен, но не намного сложнее. Будет e в степени iqr минус e в степени минус iqr разделить на iqr. Значит, остается интеграл e в степени iqr минус e в степени минус iqr разделить на iqr. А теперь смотрите, здесь будет q в квадрате dq останется и от нуля до бесконечности. Нам бы очень хотелось как-то там, ну, если получится, как-нибудь там, может быть, замкнуть какой-нибудь контур, то есть, чтобы можно было этот интеграл свести к контурному. А он от нуля до бесконечности. Давайте заметим, что второй интеграл, если минус iqr, это как раз этот же интеграл от минус бесконечности до нуля. И теперь мы их сложим. Вот одну экспоненту эту писать не будем, а вместо этого интеграл напишем от минус бесконечности до бесконечности. Да. Ой, да, извините. Это так и осталось. К в квадрате минус Q в квадрате. Равняется. Единица на 2π в квадрате. Правильное замечание. И от минус бесконечности до бесконечности. E в степени iqr. Q в квадрате dq на iqr на k в квадрате минус q в квадрате. Ну вот, смотрите на этот интеграл. Значит, у нас есть, ну, во-первых, одно q сократилось. Ну и вообще-то, так сказать, вот у нас совсем все плохо получилось. У нас вот это вот у нас q-плоскость. И у нас
Есть q равное k, полюс. И q равное минус k, такой полюс. Эти полюсы надо как-то обходить. То есть прямо через полюс идти нельзя, потому что тогда интеграл разойдется. Там у вас есть такая сосна на пути, на дорожке между первым и вторым корпусом. И вот я там долго наблюдал. Некоторые справа обходят, некоторые слева. Примерно равное число людей. Но никто прямо через сосну не шел за время моего наблюдения. Так и полюс у вас, когда он попадает точно на контур интегрирования. Его надо с какой-то стороны обойти. Ну, говорят, иногда так, слегка подвернем контур. Иногда говорят, сделаем так вот, такие вот, вот как-то так вот. То есть, чтобы... Это называется... Правила обхода полюсов. Правила обхода полюсов выбираются только из физических соображений. Какие математические соображения не позволят вам выбрать. Ну и так можно, казалось бы. Вот я-то как нарисовал, вот так вот и сделаем. И давайте замкнем контур. Ну, я его сверху замыкаю. Видите, у меня R всегда положительный. Если у Q положительная мнимая часть, так тогда по лемме Жордана там это с экспонента затухает и интеграл по удаленному бесконечному контуру равен нулю. Вот чему он равен. И вот этот интеграл равняется 2πi со знаком минус, поскольку мы это, а не с плюсом, в правильном направлении обходим, на 2π в квадрате, на вычет при q равном k e в степени eqr разделить на er а k в квадрате минус q в квадрате. Здесь еще q стоит. Для того, чтобы найти вычет, надо продифференцировать вот знаменатель только. Это поскольку простой полюс, то тут будет минус 2q. Ну вот и минус 2q так и останется. А q сократится. 2π сократится, и сократится. Все вообще почти сократилось. Будет минус 4πr, а здесь будет e в степени и kr. Эта функция в ответе даст нам, чтобы написать ответ, нам надо подставить вместо r, r минус, модуль r минус r штрих, да? Вот как мы с вами договорились, g от r штрих теперь равняется минус единица на 4π модуль r минус r штрих на e в степени и k на модуль r минус r штрих. Вот. Смотрите, что хорошо у этой функции. Эта функция при r, стремящейся к r', вот где надо, когда экспонента уже нет, она точно так выглядит, как для уравнения Лапласа. Помните, на прошлой лекции мы писали фундаментальное решение для уравнения Лапласа. Когда экспонента нет, прям так оно так и должно быть. Когда r стремится, там только один лапласиан остается. Ну, k равно нулю, грубо говоря. Этот предел должна быть такая же особенность, как для функции Грина уравнения Пуассона. При k, стремящейся к нулю, это и есть уравнение Пуассона. Все хорошо, все так, как и должно быть. Но вот эта экспонента появилась по отношению к уравнению Пуассона. И если взять теперь по-другому обойти полюса, давайте я один раз нарисую. Вот наоборот, этот снизу, а этот здесь. То у вас надо брать вычет точки q равно минус k. Все, здесь q все равно сократилось. Единственное, что изменится, знак в экспоненте. Поэтому эту функцию обозначает g плюс. А есть еще другой ответ. G минус от r штрих равняется минус e в степени минус и k на модуль r минус r штрих разделить на 4π модуль r минус r штрих. Верхняя функция, которую мы первые нашли, называется расходящаяся волна. А это сходящаяся волна.
Расходящаяся волна – самое главное решение. Какие бы вы ни взяли книжки по теории рассеяния, по теории излучения, по радиофизике, там, по плазме, по квантовой механике, где угодно входит всегда расходящаяся волна. И никогда не входит функция Грина в виде сходящейся волны. Ни в какие задачи реально нет. Хотя один раз, если когда-то давно я читал, вот, если той второй группы есть, что вот там давайте сделаем такой термояд с помощью обращения волнового фронта. Возьмем там это самое на маленькой мишеньке, рассеем свет. Этот свет потом обратим фронт и усилим, и как раз соберется, и как раз функция Грина в виде сходящейся волны в этой задаче используется. То есть практически никогда. Хотя с математической точки зрения, так или так, ну, совершенно без разницы. Вот как я вам сказал про эту сосну. Половина так идет, другая половина по-другому. Никакого выделенного нету. Поэтому выбор той или другой функции Грина, эта задача из физики должна браться, а не откуда. А из физики берется, что вот всегда есть расходящаяся волна. Сходящаяся, ну, практически ни в каких задачах не бывает. С термоядом тоже не получилось. Считайте, что и этого случая тоже уже нет. Теперь... Итак, вот давайте с этой расходящейся волной будем дальше иметь дело. Вот я здесь поставлю, вот поставлю курсор, как у нас обычно. Мы все вот так вот. Вот все, вот у нас. Вот это самая главная функция Грина. И давайте напишем уравнение Шрёдингера стационарное. Ну что, это будет минус h в квадрате на 2m на Лаплас плюс u от r на пси равняется e пси. Что мы обычно в матфизике делаем? Мы все умножаем на минус 2m делить на h в квадрате, чтобы начиналось все с лапласиана так как-то привычнее, чтобы никаких коэффициентов не было впереди. Вот на это мы должны все разделить. Дельта минус 2mu делить на h в квадрате u от r на пси равняется минус 2me на h в квадрате на пси. Вот это вот у нас k в квадрате. Ну, если все вместе, минус k в квадрате. То есть просто обозначили это за k в квадрате. Ну, считая, что e больше нуля, что мы не в непрерывном спектре. И получается дельта плюс k в квадрате пси равняется 2mu на h в квадрате на пси. Если u равно нулю, а мы считаем, что потенциал в каком-то смысле мал. У много меньше Е, то тогда это просто уравнение Гельмгольца, которое мы умеем решать. Знаем, по крайней мере, функцию Грина. А давайте правую часть рассмотрим как правую часть. То есть проинтегрируем с функцией Грина и найдем решение. Значит, пси равняется Е в степени ИКР. Это расходящаяся волна. Это просто плоская волна. Плюс пси 1. Вот это вот обозначим за пси 0. А это будет пси 1. Пока мы ничем не пренебрегаем. Это у нас пока все точно. Вот это пси, значит, пси 1 равняется... А. Вот этот пси 0 является решением вот этого вот уравнения, однородного уравнения Гельмгольца, смотрите. Просто минус k в квадрате, если лаплас взять, да, и как раз все сократится. Поэтому давайте я все пси напишу, что пси равняется пси 0 плюс интеграл. А теперь интеграл от правой части с этой функции Грина. G плюс от r штрих
Давайте АТР здесь напишем, и тут тоже АТР. АТР штрих. 2МУ АТР штрих. На H квадрате. Д Р штрих. Пси равняется Е в степени к Р, плоская волна, плюс вот это вот самое, то, что тут еще осталось. Поскольку вот это вот падающая волна, а это вот интеграл, это рассеянная волна, то вот как раз это уравнение очень важно для теории рассеяния. И оно так и называется иногда главное уравнение теории рассеяния. У вас теория рассеяния будет в следующем году, вы еще с ним столкнетесь, но здесь важно, что оно точное. Я пока никаких вот этим неравенством я пока не пользовался. Я просто хотел вам продемонстрировать, кстати, не только в этом уравнении, вам это и в других случаях может пригодиться. Функция Грина нужна не только, чтобы решать точные задачи, которые точно решаются, их немного таких задач, а иногда она удобна, чтобы по-другому написать. Например, здесь вместо дифференциального написать интегральное уравнение, для которого некоторые разложения делать легче, чем для дифференциальных. Давайте сделаем разложение. Это разложение... Это будет такой итерационный процесс. Давайте вот теперь воспользуемся вот этим неравенством. И вот сюда, вот под... А здесь, кстати, я пси не написал. Пси от R. Штрих, dr штрих. Вот давайте я подставлю вот сюда вместо пси, подставлю пси 0. Тогда это уже будет не точное равенство, а приближенное. Будет пси от r равняется пси 0 от r плюс интеграл g. Вот теперь уже приближенное равенство g от r штрих. Вот это же плюс, которое самое физическое, правильное. 2mu от r штрих делить на h квадрате. Пси 0 от r штрих. dr штрих с вектором. А теперь давайте, смотрите, вот она состоит из двух слагаемых, давайте из двух и подставим. Теперь. Вот мы пси 0 подставили, а плюс еще интеграл. Тогда получится плюс здесь добавить двойной интеграл. Если под интегралом поставить два члена разложения. Плюс интеграл. g плюс от r r штрих. 2МУ от R штрих на H квадрате. А вместо пси 0 надо опять поставим интеграл. G от R штрих R2 штриха. 2МУ от R2 штриха. Разделить на H квадрате. Пси 0 от R2 штриха. DR штрих DR2 штриха. Плюс теперь можно подставить в виде трех членов разложения под интеграл. И тогда возникнут тройные интегралы. Точнее, это не двойной, а шестерной. А возникнут не тройные, а девятерные интегралы. И так далее. Вот такое разложение уже справедливо, ну, по крайней мере, там, следующие члены меньше предыдущих, если у нас какое-то выполнено вот это вот неравенство. Энергии достаточно большие, а силы, действующие между частицами, небольшие. Оно называется в физике Борновский ряд. Ну, а у математиков это называется ряд Неймана. Если мы оставим только первый вот этот вот интеграл от пси 0, то это называется первое Борновское приближение. Два интеграла, второе Борновское приближение. И так далее. И эти самые члены ряда,
иногда даже изображают графически. Ну, пусть псиноль, это вот просто так, это псиноль. А вот теперь так. Вот это вот У. Это пси-1. Теперь так, это пси-2. Вот R-штрих, вот R-2 штриха. Их такими картинками обозначают. Пишут, что пси равняется пси-0 плюс пси-1 плюс пси-2. То есть пси-0 просто стрелочка. Это вот пси-0 Е в степени КР, просто падающая плоская волна. А вот здесь начинается рассеяние. Это значит, вот летела как бы частица, и в какой-то точке R-штрих она взаимодействовала с полем. Вот У стоит в точке R-штрих. И вот этот интеграл что описывает? Мы там, где стоит У, это 2m, У делить на H в квадрате, давайте все это будет обозначать. Вот на такую вот величину умножили, что значит взаимодействие, и проинтегрировали по всем возможным R-штрих. Она могла там при одном R-штрих встретиться, при другом R-штрих с этим взаимодействием, и провзаимодействовать. И что из этого получилось? Следующая вот картинка или диаграммка, это, которая означает, что она летела, в точке R-штрих встретилась с полем, потом в точке R2 штриха опять встретилась с полем и опять провзаимодействовала. И чтобы найти результат этого взаимодействия, надо проинтегрировать по всем возможным положениям R-штрих и R2 штриха. Фактически это такие мнемонические картинки, если кажется, что они сложные, если к ним привыкнуть, они гораздо проще писать точно, чем девятикратные интегралы. Вот и вот так вот обычно все всегда и пишут. Вот в Борновском приближении мы уже с произвольным потенциалом при больших, по крайней мере, энергиях сможем просто написать ответ, понять, что и как происходит, и что здесь. Вот. Таким образом мы заканчиваем с эллиптическими операторами. Вот это более сложный эллиптический оператор, чем... Ну, можно, конечно, было бы еще раз сказать, как функцию Грина второго рода получать для уравнения Гельмгольца? Как? Ну, значит, написать формулу Грина, а потом из нее вывести, как связано с функцией Грина первого рода. Ничего особенно отдельного в теории нет, по крайней мере, при k в квадрате равной константе. А если не константа, так вы ничего и не сделаете, как правило. А более того, поскольку k в квадрате это точно высчитывается на оператор на v минус v на оператор на u, то просто будут точно такие же формулы для функции Грина второго рода, как для уравнения, вот сегодня то, что мы изучали, для уравнения Лапласа через функцию Грина уравнения Пуассона. И мы переходим к следующему разделу – нестационарные уравнения. Я сегодня только картинку нарисую, и мы на этом закончим, чтобы когда все придут в следующий раз, через 2 недели, после маленьких каникул, мы начнем нестационарные уравнения. Все нестационарные уравнения мы с вами выписывали, когда изучали метод Фурье. Есть одно нестационарное уравнение, вот такое, ДУ по ДТ равняется L на У плюс F от XT. И другое, D2U по ДТ дважды равняется L на У плюс F от XT. Где L эллиптический оператор. Он предполагается отрицательно определенным и самосопряженным. Понятно, что вот это все всякие уравнения теплопроводности неоднородные описывает, а это описывает всякие волновые уравнения, волновое уравнение, ну и подобные ему уравнения. Теперь при постановке задачи надо понять, что кроме нашей, вот пусть у нас вот здесь стоит Rn по оси x, это все наше бывшее пространство n-мерное Rn. А у нас еще ось времени появилась в нестационарных уравнениях. Если здесь у нас была область D, то теперь у нас еще надо вот наша область омега
которой надо решать уравнение, это пусть будет от нуля до t большое, время меняется. Вот надо этот отрезок 0, запятая t большое, такой вот сегментик, надо умножить на область d. Это будет уже в n плюс 1 мерном пространстве. Вот в этой области омега и надо решать задачу. А начальные условия ставятся при t равном нулю, то есть в области d. Область d выиграет бывшую роль, бывшей s нашей. Для уравнения первого порядка надо поставить на u какое-нибудь условие, одно начальное условие, для уравнения второго порядка два. Это я даже писать не буду, это вы точно помните, это мы с вами учили. Вот со следующего раза нам понадобится, наверное, на это две лекции. Мы начнем изучать и закончим уже тему нестационарными уравнениями.